Все та же игра на карте Cobblestone, и опять Нави играет против Пенты. Счет уже приближался к допам, и парням нужно было что-то делать. Вообще, Коббл у Нави довольно плох в последнее время. Проиграли поляка, например, 16-3, но вот Пенту одолели. Выходили 4 мидл, один через боковуху, снова минимальное количество гранат, но здесь совсем не о гранатах. Здесь о том, как нужно взаимно друг друга прикрывать, и если есть возможность, забегать... за машинку и занимать хорошие позиции. Приятного просмотра, пальчики вверх, ну и ставьте лайки за Нави.